Всем привет любителям радиоуправляемых моделей. С вами канал RC Russian Sport, и сегодня мы посмотрим на новый авиасимулятор FPV Freerider Recharged. Как по мне, так это не новый симулятор, а, можно сказать, улучшение старого. И давайте сразу поговорим о цене. Цена данного авиасимулятора составляет целых $10. В итоге мы получаем немножко улучшенный авиасимулятор и 3 новые карты. Давайте посмотрим на главное меню. Оно у нас немножко поменялось. Слева мы видим более удобную настройку графики, в отличие от того круга, который был в прошлой версии. Справа все те же самые кнопочки, тот же самый выбор управления, калибровка аппаратуры. И посерединке у нас есть 4 карты. Карты Desert, Forest, Рокс и Кэмп Парк. Кэмп Парк у нас уже была в прошлой версии авиасимулятора. Ну и давайте зайдем на карту Рокс, так как она мне больше всего понравилась из всех карт, которые здесь есть. И сейчас я объясню почему. Итак, карта Рокс. Действие происходит в горах. Карта достаточно большая. Она мне понравилась тем, что в ней очень много классных мест. Достаточно тяжелый путь для прохождения на время. Но тем не менее, карта выполнена достаточно круто. Что хочу сказать, никаких новых кнопочек не появилось. Первое, что бросается в глаза, это улучшилась графика. Да, действительно, это так, потому что она стала на уровень небольшой, но тем не менее выше. Также хочу сказать, что такое ощущение у меня, как будто немного поменялось управление. Конечно, может быть, мне так просто кажется, но тем не менее, что-то в этом есть. Еще одно отличие хочу сказать от прошлой версии авиасимулятора. В прошлой версии даже от малейшей неправильной посадки у вас квадрик как бы крашился, да? Здесь же такого нету, здесь же все продумали, и буквально там от миллиметрового касания с землей квадрик крашиться не будет. Но в связи с этим иногда случаются некоторые подлагивания, из-за которых квадрик может проскакивать сквозь камни, и это немножко начинает раздражать, потому что ты не можешь сосредоточиться и точно выполнить определенный трюк. Вид квадрокоптера от третьего лица стал тоже очень прикольным. То есть у него появились очень прикольные огни, которые достаточно ярко светятся. Ну что ж, давайте посмотрим на другие новые карты, которые добавились у нас в игру. Еще одна карта, карта называется Desert. Действие происходит в пустыне, карта достаточно прикольная, интересная, с хорошими настройками графики выглядит она круто. Но у меня такое ощущение, как будто здесь немного не соблюдены пропорции. И машина кажется слишком большая, и карту вы пролетаете буквально за пару секунд. Вот этого я единственного не понял в данной карте. Ну и карта, которая мне абсолютно не понравилась, это карта Forest, потому что, да, она крутая, да, там трасса между деревьями, но, если честно, я хочу сказать вам, что у меня не очень-то и сильный, но не очень-то и слабый компьютер, тем не менее, данная карта у меня очень сильно лагала даже на минимальных настройках графики. Именно из-за этого вообще было неудобно управлять, летать тем более. И вот такие вот у нас дела с этой картой. Я попытался вам кое-что здесь показать, но это действительно мало. Надеюсь, что в будущих обновлениях это все исправит. Ну что ж, вот такой вот авиасимулятор мы сейчас посмотрели с вами, ребят. Подписываемся на канал, подписываемся на группу ВКонтакте. Сейчас вы увидите мои полетики в данном авиасимуляторе. Всем хорошего настроения, удачных вам полетов, ребята. Больше тренируйтесь. Всем пока.